Штурм Алезии продолжается. Приветствую вас, друзья, с вами Верос, и здесь вторая группа основная, которая проникает внутрь. Кстати, откуда у тебя тут потери в ХП? Где ты уже успела? Так, ладно. В принципе, это вот основной, получается, форт, который мы штурмовали. Хотя нет, нет, это не он. Тут с боков нет дополнительных ходов. Здесь мы, получается, тревогу не поднимем, наверное, сразу, и можем вот сюда идти пока что. Я предлагаю вот тут. Раз нам в эту сторону, то через улицу, ну и смысл тут, вон, огонек горит, правильно? Идем сюда. Занимаем позицию. И погнали. Идем, идем, идем. Тревога поднимется только здесь. Значит. Ну давай, ты сюда. Бестия здесь. Выходим. Сдаем ход. Здесь эти подбегают. Но надо, наверное, поймать момент, когда они подбегают. Сейчас сдаем ход. Хотя можно вот сюда, наверное, уже напасть с тобой. Не, подожди. Надо дождаться этих двоих. Чтоб были они рядышком. Это просто мирный житель. Его убивать не обязательно. Я надеюсь, он тревогу не поднимет. Ну, тут, скорее всего, эта зона будет отдельная. Это отдельная, как оно бывает. Так, ну того еще чуть-чуть поближе подождать. Вот так, отлично. Вот, замечательно. Галы, защищайтесь. Критический урон есть. Критический урон есть. Урон мы раскачали. Лучника попробовать, наверное, только достать. Вот так. Вы же тревогу не подняли? Нет, вы тревогу не подняли. Но тут нужно убивать однозначно всех. Чтобы проблем не было у нас потом. Марафон использовать, думаю, пока тоже не стоит. Угу, сменить часа не получится. Ах ты ж скользящий! Гад. Ну ладно. Дальность перемещения синероса сейчас мы используем, это не поможет. Хотя, вот атаковать этих может быть и поможет. А ну-ка. Да. Ну, хотя бы ты. Подходи, если вдруг будет пытаться убежать, чтобы ударили. Нет, ты можешь щит сбить, в принципе. Он сейчас его убьет. Поднимаем боевой дух. Ты, жаль, не пройдешь. Ти не пройдешь, зато ты восстановил. Ну давай, пока не будем использовать навыки. Он критические удары, в целом отравление сделает свое дело как нужно, я думаю. Тот
тоже отравили, и на самом деле можем продвигаться потихонечку. Так, ты, надеюсь, тревогу не поднимешь. Я не хочу убивать тебя. Я бы не хотел тебя просто так убивать. Так, у тебя уже тревоги нет. Жнеца тоже. Не перебираем. Вдруг сейчас тревогу поднимет. Давайте оставим пока что отряд здесь. Калиду немножечко внутрь перетащим и подождем. Ну, вроде бы тревогу не поднимает, но это мирный. По идее, он бы уже добежал. Ну, вот сюда можно идти. Да, все тихо, отлично. А, мирных не хотелось бы убивать, так что пусть так оно и будет. А, ну что, бестия, попробуешь ты вновь выскочить вот сюда? У тебя жнеца нет, здесь вот небольшая группа. Два бойца, посередине гвоздик. Нам нужно довести вон шестерых бойцов сюда и все. Просто добежать. Пойти по тихой грусти, убивая по мелочи врага. Ну что, однозначно ход сейчас сдаем. И вот здесь можно выбегать. Да, на вас напали. Ну, тут уже урон у скрытного не такой хороший. А, попробовать таким образом поступить. Можно добить, можно бестии сейчас убить, но она не даст восстановления, поэтому смысла большого и нет. О, кстати, ты не дотягиваешься. Ты тоже. Ты можешь ударить. А ну-ка, давай все-таки еще раз. Ты способна сейчас. Применим. В идеале бы вот до лучника добежать, вот таким вот образом можно, чтобы лучник ничего не мог сделать. А чё с твоим щитом, подруга? Кстати, она могла располовинить урон. Ну, с вероятностью, да. Ты точно добьешь. Но до лучника уже добежать тогда возможности не будет. Хотя, давай ты, я думаю, добьешь. Нет, не добьешь ты. И камень сейчас бросать не вариант, мне кажется. Придется бежать тебе за лучником. Можно пилом бросить.
чтоб наверняка. Чтоб даже не убежал. Ну, тут теперь точно яд добьет. Так, гражданские тревогу не поднимают, за счет этого не переживаем. Чё у тебя? Стряхивание, чё с щитом, я не пойму. Скользящий удар еще. Ну, у тебя расчета нет, придется просто выводить, чтобы сейчас не поцарапали. О, кстати. Не проходите мимо. Не, мы можем боевой дух сейчас еще сильнее подрезать твой. Ладно, давай. Чё ж так тебе не фартит сейчас? Еще и скользящий. Эх, Мали, это не зима, ну давай. Ты добежишь? Ну а лучник, к сожалению, не дотянется. И получит сейчас, может, бестия удар, если мы вот так не поступим. Пока давайте не бежим. Пока аккуратненько все держимся вместе. Да, тревогу не поднимают. Все хорошо, все прям спокойно. И мы сейчас добегаем сюда. Я надеюсь, это не будет означать какую-то тревогу. И ловушку. Фу, было нелегко, но мы справились. Ну что, царь царей всех ждет? Когда вернемся в Рим, я всех угощаю. Верцингеторик, жди нас. Жди. Но мы возвращаемся сейчас, ну, точнее, переходим к третьей группе, наверное. Не, легионеры, стройтесь, галлы наступают с тыла. Нам нужно удержать позиции, пока наши братья не затопят ров и не преградят варварам путь. Точнее, мы возвращаемся к первой группе. Первая группа, и тут у нас со спины, здесь есть лучники, кстати, наверное, лучше поэтому отправиться сейчас на этот фланг бить. Сейчас с ними справиться. Тут вот есть лекарства, здесь есть масло. Есть бочка с пилумами, кувшинчики с водой. Тут рядышком у нас кувшин с водой. А, вот ящик с лекарствами, кстати. Давайте вот этот ящик с лекарствами сейчас как раз-таки, наверное, и будем использовать. Ходят они первые или мы? Ну, с расчетом на то, что ходят они первыми. Выставляем бойца щитом вперед. Его нужно будет в любом случае подлечить, конечно. На всякий случай сохранюсь, чтобы быстро можно было совернуться, если все плохо. Кажется, возвращаемся. Штандарты вон пошли ломать, которые остались еще после атаки. Кстати, мы слева не сломали, и он так тоже и стоит, а справа там, наверное, сломан, да, как мы заходили. Блин, тебя убьют. Не, он выжил пока еще вышел. Ух ты, союзник лечит меня?
Но это, возможно, патч, потому что раньше такого не происходило. Во время предыдущих штурмов, помните, я просил, чтобы они подлечили, но этого дождаться так и не получилось. Так, нам вот этого нужно будет убить, иначе он сам будет сейчас лечиться. Так, давай повязку. Теперь подлечим тебя. Бери. Тут есть еще водичка. Но у нас у тебя есть вода. Есть яд. У тебя обалденный урон. Главное, чтобы ты его нанес. Как положено. Можем... О! Вот так. Да. Руби головы, красавец. Выходим вот сюда. Так, ты бери, наверное, тоже еще одну хилку оставшуюся. Тебе ради воды придется сбегать назад. Мы можем попробовать вот этого убить. Но ты его не видишь с этой точки. Покоцанных, чтобы восстановить очки. А вот отсюда подкрепление, кстати, молодые идут. И берсерк. Молодые и берсерк там идет. Лучнику, возможно, хана. Ты зря спустился. Тебе сейчас повыше забираться надо было. Так, может нам... Ну, не, давайте здесь сейчас встретим их, отобьем атаку. Вроде бы начало хорошее. Тут... Начало... У нас бодренькое. У тебя урон невысокий. Следующий удар нанесет критический, который нельзя отразить. Ну, давай. Easy. Крит девятку всего лишь. 10 не убьешь. А ну-ка, лучник, знаешь, что мы попробуем? Быстрый выстрел. Иди сюда. Если ты сейчас сюда попадешь 100%, будет идеально. О, ты еще и этого добил. Ну ладно. Я бы сказал бы, что это даже хорошо сейчас. Бей за точкой. Тебе, наверное, лучше будет сейчас отступить и спину прикрывать, стрелять. Хотя не факт. Они не скоро добегут тут до нас. Может, даже лучше и выстрелить кого-нибудь. Тебя бессмысленно, ты подлечишься сейчас. В этого... Кстати, тут есть еще один боец. В этого есть смысл выстрелить, попробовать. Но можно и дозор поставить. Допустим, встать вот сюда. Поставить дозор. Ты подойдешь поближе, чтобы он никуда не рыпнулся. Ты встанешь здесь, чтобы этот, если проходил, ты тоже его мог ударить. А ты. Сила читания будет восстановлена в начале следующего хода. Невозможно дотянуться. Дальность 2 гекса. Ну, кстати, ты должен был дотянуться бы. Или тут, наверное, ты мешаешься. Да, он мешается. Он мешается. Но ты не накапливаешь, ты не Фродо.
Ладно, давай вот так. Отойди чуть. Нет. С этой точки тоже не может ударить. То есть ему только... Если бить, то лучника. Давай тогда вот так прикрой, чтобы точно этот не полез. Союзники должны будут добить, я думаю. О, ход катапульта. А раз тут подкрепление подходит, можно и вот сюда вызвать огонь. Но этот живой, вроде бы даже отражение есть. Предлагаю начать обстреливать точку. Во-первых, тут огонь сейчас, чтобы они не могли пробежать легко. И здесь накрыть. Тоже можно огоньком. Оу! И смотрите, тут условия появились новые. Разрушить три балки. Вот они, они. Поддерживающие дамбу. Разрушено 0 из 3. Это получается как раз-таки третий отряд сейчас будет у нас действовать тут. Ай, красавец. Красавчик-лучник. Вот мне нравится в надзоре в этом, что он урон такой хороший наносит. Не Калида, но тоже неплохо. А тут прям жесть, что творится. Здесь народу тьма. И это, получается, баллисты, которые стреляют. То есть они еще могут уничтожать баллисты, я так понимаю. О, пилу мы берут. Ёптель-моптель, нафига вы пилу мы тут понаставили? Они же их используют. Союзники наши пока что вафли курят. А где они там кричат? А вот они бегут еще. Тут еще он штурмует. А вот и группка. Тут жесть. Я камеру просто начал двигать, и она не привязана, похоже. Но масштабненько смотрится, да? Так, не паникуй, дружище, ну... Ты... Оборзел... Прикиньте, свой поджог баллисту. Он пилом начинает брать. Жесть. То, что свой баллисту поджег, это оно вот... Ну, что ты там паниковать начал? А, кстати, тут есть масло, здесь есть повязка. Пилу мы разобрали. Ха, мерзавцы. Есть вот огонек. Он не близок, не далек. Нам в любом случае к балкам нужно проходить. Давай вот сюда. Бери маслица. Там вон поджигатели, смотрите, бегут с факелами. А если мы вот сюда кинем, то это еще загорится. Давай вот так. И тут мы можем сейчас в идеале даже факел, наверное, докинуть. А ну-ка, лучник. Хотя лучнику можно дозор поставить. Ладно, давай ты иди сюда. Да, надо было масло все-таки кидать прям в них. Ну ладно, пес с тобой.
обойдемся пока что так, спрячься. Пум-пум-пум. Вот так, все. Интересно, тут сохраниться можно? Да, можно смотреть. Продержимся еще немного, друзья. Уверен, что дамбы вот-вот разрушат. Тогда мы начнем теснить этих варваров. Держитесь. Союзники убили, как я и говорил его. Здесь до лучника добрались. Он, артиллерия, по идее, должна тут хорошо попасть, я надеюсь. Вот-вот, забирайся, правильно, повыше, и там сейчас хорошо будешь накрывать их. Молодец. Жаль, не сломал щит. Но сейчас тогда тут придется использовать раз-два. И потом ложный выпад. Чтобы щит сломать просто. Раз. Ты со своим уроном его должен убивать. Так, критический урон, шикарно. Мы можем занять вот эту высоту, на самом деле. И пусть они попробуют нас возьмут здесь. Правильно? Хотя вот тут, ну, есть еще лекарства дополнительные, но там и несколько подходов. Хотя есть масло. Ну просто так не подойти. Ты можешь выстрелить по нему. Урон вряд ли нанесешь. Вот сюда ты можешь выстрелить на самом деле. По мелочи. И еще так. Но артиллерия должна попасть. Давайте оставим эту группку. По интересам. Так, отлично. Этот варвар испугался. А че у тебя так восстанавливается-то читерно? Я не пойму. Сейчас. Прямой наводкой. Ну ладно, в любом случае боец с щитом должен идти первым. Его пока выставляем вот сюда. Ты накапливать очки не можешь. Ну, реально, сюда забраться, знамя поставить. К маслу пробираться. Не, можно наверх забраться. Можно наверх забраться, мы там поместимся. Отчасти. Соблазн есть туда забраться.
Неплохо. Но если бы тут обстрел использовал, было бы, наверное, даже покруче. Подкрепление откуда подойдет? Отсюда? Оттуда? Откуда? Ну давай. Через ворота они, как ни крути, идут. Поэтому ставим огонек сюда. Они начнут проходить. Ставим огонек сюда. По-любому могут выскочить еще и здесь. Но союзник убежит. Этот гальский воин... Ой, неплохо, он еще так забежал. Блин, ломают мне орудие. Потому что бежать не надо. Да вы достали пилумы брать. Сейчас же они против нас их всех будут использовать, эти пилумы. Не против вот этих, которые нахватали пилумы и сейчас их не бросают союзники, а против нас. Ну да, одно орудие уничтожили. Какое именно, будет обидно узнать. Пилум 3 еще, блин, тут. Да вы... Ну, харе хапать. Держим строй, мы научим их никогда больше не связываться с гаулей. Берсерки из Ингарда с факелами бегают. Лучше балку поджег бы тогда своим телом. Ну, пилум кинул в своем веке. Ой, ты пил. Ох, как хорошо там зажглось что-то. Здесь артиллерия, не пойму, зачем обстреливает, но мы ее не контролируем. Ну, стреляет и стреляет. Этот лучник свой же поджег. Ну как так можно было? Так, смотри, что мы сейчас попытаемся, наверное, сделать вот так. Хотя можем поджечь их за счет вот этого огонька. Ну одного только не... О, какая цепная реакция хорошая, да? В принципе, может сейчас лучник еще ему строить. Чтоб и этот не избежал участи. Горите, черти! Разобраться с ним... Но мы можем лучника прикрыть, но он от кровотечения умрет уже, этот лучник. А кстати, подожди-ка. Что касается кровотечения, не кровотечения. Воды у нас... Вода есть вот тут, у тебя. Потушить же можно водой, по идее. Я сразу об этом не подумал.
Подкрепление здесь будет подходить в любом случае активно. Тут я даже не сомневаюсь в этом. Давай, воды возьми. Но ты накапливать можешь очки, поэтому то, что ты сейчас не походишь и не будешь бить, это ничего страшного. Так, ну тебе нужно аж вот сюда подойти, чтобы в него кинуть. Кинуть и отступить пока что. Лучник же может начать убивать. Но только попадать для этого надо. Твою ж за ногу. Уходи. Так, эти обходят нас. Обладатели щитов не поперлись через артиллерию. Да, прорваться вот сюда мы не успеем к маслу, похоже. Нам либо вот сюда уходить. Либо надо в атаку идти. Но у него вон урон бешеный. Он готов это делать. Убивать. Хотя остальные-то не готовы, и со спины тут уже будет сложнее. Вот этот в панике. Ну, давай масло иди возьми. Главное своих не обливать. Хотя можно ему сейчас попытаться вкачаться. Конечно. Ну, при помощи вот этой темы, если это позволит вообще. Давайте убегаем. Здесь еще лучник союзников есть. О, а ты дотягиваешься, но смысла нет. Так, с отравления есть. Правда, потушить уже не получится. Он вырубили лучника. Неплохо. Орудие.
понемногу уничтожают. Но так, чтобы, если что, не зацепил свои. Тут маслица мы разлили, поэтому огненный сюда. Мы ад устроили им тут в яме. Ну ничего, сейчас водички мы подольем. Бегают тут обезьяны, он тут ведь оббегает как. Но масло бросил, похоже через верх, ну в любом случае идти нужно, чтобы обойти сейчас масло и в огонь не лезть. Потому что тут они вон обливают тоже и маслица в огонь льют изо всех сил. Ну этот подлечился, но хотя бы то, что горит, не сильно ему. Загорелись черти, там даже артиллерия не понадобилась, горящий факел зашел. Бывает. Да тут, блин, толпы, ну, бомжей, ну, толпы. Бестия будь здесь, ну, тот бестия, которого еще не резали, даже жнеца, когда. Это было бы, конечно, очень мощно, они бы зашли ему только так. Он бы по всей карте носился бы, их вырезал. Но если бы он тут был, но его в любом случае в город запихивают. Он должен быть в городе, и никак иначе. Так, ход союзника, ну здесь добил и выйдет. Артиллерия, ну вообще непонятно, с какой целью как они стреляют, какого принципа придерживается. Можем тебя поджечь. Масло тут еще осталось. Хилку использовать. Ну что? О, 37. Проникающий удар. Проникни в него. Шикарно. Так, ну, лечилок вроде бы хватает. Давай масло. Заходим. Наверху мы потушим этот огонь сейчас. По факту и разожгли, мы его и потушим. А этот лучник, ну, он подставу нам знатную устроил.
Так, в теории ты, конечно, можешь попытаться выстрелить еще, допустим, в него. Но не попал, да. Тогда ты тратишь вдохновение все-таки на него. И мы ставим дозор просто. Хотя тут далеко, так он стрелять не сможет этим дозором. Но ждем. Хотя, ну-ка. Так, лечилка у лучника. Ну тебя подлечить надо будет просто. Вот, отлично, красавцы. По идее, он сейчас рубящим ударом должен голову сносить знатно. О, щит восстановил, шикарно. Так, что это на тебе, кровотечение? Не переживай, избавимся сейчас мы от кровотечения. Смотри, у тебя есть пара крутых ударов, как у Рэмбо. Я бы еще вот сюда потратил этот удар, как раз двоих достаточно топовых бойцов вырубить. Жаль, тут спрыгнуть нельзя. И по нам ударят. Ну, тогда лучнику сейчас надо будет попробовать дать возможность проявить себя. Отлично. Ты спрыгнуть сможешь оттуда? Давайте проверим. Я сейчас лучника подведу сюда. Не, он спрыгнуть не может, смотрите. И этот, более того, уже будет его считать готовым к удару. Не, ну в принципе, у тебя есть еще вот сбить с ног или удар с голову, который должен... сделать таким образом. Ну-ка. Оу. А эти мерзавцы уклонение решили использовать. Ну хорошо. Тогда нам надо было стрелять чуть раньше, чтобы он... Ладно, используем тебя. Подойди сюда. И используем тебя. Эти масла надо вот сюда бросить. Пусть горит поярче. Звезда эта. Убивай защиту. Убивай их. Красавчик. Еще бы тоже две головы так снял бы вообще. Красота была. Лечи его. Хотя ты мог бы его подлечить. Он его... Короче. Такая круговая порука.
Или давай выставляем вот сюда. И ставим знамя. Радиусе 3 гексов они будут бить слабее. Враги. Так, эти психуют. Давайте им дорогу расчищать не будем. А вот попробуем. Кстати, что касается подкрепления, тут как? Да нормально, мы держимся здесь, смотрите. Мы здесь прям хорошо даже держимся. Вот здесь проблемы, а там пока... Пока выдерживаем натиск. О, они там еще в яме начинают драться. Они еще на подходах уже начинают грызть друг другу глотки. Галы режут друг друга. Подожди, тут камера. Правильно, бомжей, ладно, еще можешь поднимать. Больно. Какая толпа бежит к нам сюда. Но они огонь оббегают, судя по всему. И с другой стороны, плохо, что они вот сюда, конечно, сейчас побежали. Путь нам загораживают. Ну, в кого ты стреляешь тут? Ах, ладно. Давай, убьешь ты его. Ты можешь убить этого. Кстати, щит полностью уходит. Надо было копьем все-таки бить. Забыл про это. А, есть маслица, которую мы подольем попозже. Сейчас подходи вот сюда. 95% шанс, что попадешь. Ну, давай попробуем. Омерзительный шанс. Давай, ладно, так. Хотя писали 95%, там неплохо. Попадание... Должно было срабатывать.
У вас покоцанных я не вижу. Так что сейчас дозор ставим. Не, мы можем греческий огонь использовать, но он не добрасывает его пока что. Поднимает боевой дух и урон. Ну, ходить больше некем. Хотя бы некоторые забежали в огонь, это уже хорошо. Такс. Ну, если лечить тебя, то обычный сейчас повязки. Ну, сойдет. Боевой дух вроде бы достаточно низок. Возвращайся вот сюда. Это твоя хорошая позиция такая. Масла больше нет. Масло только если это бросить. Ну пока давайте придержим маслица. Да, катапульты выстрелили слишком далеко. И здесь даже вон этот отщепенец стоял. Могли попасть, но ничего не сделали. Ну, давайте перекроем этот. Если они тут появятся. Ну, неплохо. Огонек там сработал хорошо. Хотя бы послабее их сделал. Да ладно. Поджигатели просто факела свои используют бомбически. Ух ты, они тут... нам начинают преграждать путь. Да, толпа большая, прорваться вот сейчас будет сложно.
Еще он факела подбирает. И там масло вылили на нас. Благо он сейчас факел кинуть не может. Но если наш пройдет загоревшийся... А он не загорелся, кстати. И этот не загорелся. Так что масло нам пока что не опасно. Что касается греческого огня... Но можем вот тут преградить дорогу. Но сейчас давайте, наверное, попробуем. Давай, наверное, лучник. Потому что тут очень много таких. Хотя не сказать, чтоб очень много. Покоцанные есть, но их не так уж много. И огонь уже утих. Мы можем пробежать вот сюда спокойно. Можем масло бросить вот здесь и, допустим, греческий огонь с маслом смешать сейчас. Вот так сделать. Чтоб им было сложнее до нас добраться. У тебя урон бомбический, но его мало. Этого можно попытаться пристрелить еще. А здесь, кстати, можно бросить еще шипы. Пробежать, все-таки сейчас не убивать. Но ты его не видишь с этой точки. Пробегать все-таки. То есть идти вот сюда. Уходим мимо масла. Вот сюда бросить шипы и задержать их. Ну давай. Бросаем шипы. Главное, чтобы нас они потом не зацепили. И ждем. Лучник же, в свою очередь, продолжает бдить. В том числе вот сюда, если нас начнут обходить. Быстрый выпад. Ну, тебе можно было бы и удар нанести, чтобы очко не пропадало. Но ничего страшного. Думаю, переживем. Нормальный расклад.
Так, у тебя отражение и щит, поэтому в любом случае. Еще придется его так вот сбивать. Ну, блин, 50 на 50. Шанс слабенький был, согласен. Тебе ускакать можно. Союзники задержат этого. Как так? Хотя вот его можно поджечь, да. Его мы поджигаем. Ну и все, и он как раз пал боевым духом. Ты занимаешь прям высоту. Ты возвращаешься. Но вот здесь хорошая позиция, если они вдвоем внизу стали, ты им бошки подкручиваешь. Хотя вот этого ты можешь добить. Он сгорит, если ты этого не сделаешь сейчас. Все, неплох, неплох. Подкрепление не здесь. Лезло. Подкрепление-то по факту тут. Появилась. Ладно, ты не стреляешь. Смотрим, что сейчас получится. Красиво, красиво идет. Так, ну его мы сейчас подлечим. Главное этих перебить. Так, они пошли арту гасить. Нормально, нормально. Мне такой расклад устраивает. Мы к балкам как раз сейчас. Мы сейчас как раз к балкам. Вроде бы... Не так все плохо, но продвижение вот тут очень медленное у меня получается. Будь там все-таки заграждение поменьше, ну, количество врагов там, мы бы помчали сразу. Ну а тут еще и подкрепления подходят стабильно. Еще эти поджигатели — это просто омерзительная тема. С другой стороны, вот сейчас я медленно так иду, накапливаю врага, и вот потом одна ошибка, и я уже балки не смогу поджечь. Так, ну главное, чтобы он сейчас не бросил факел. Отлично, отлично, союзники ходят. Нормально. Там проскочим сейчас. Сейчас проскочим, все нормально будет.
Жаль, у тебя нет меча, который вот так же может двоим сразу головы срубать. Ты подходишь в любом случае сюда. Давай, наверное. Крит и заточка. Жажда крови — это хорошо. Шикарно. И сейчас мы еще здесь сможем и восстановить. Хотя нет, одно очко только он восстановит. Второе нет. Второе говорит: восстановить тебе не позволю. Ну неплохо. Кстати, тут можно? Да, даже после каждого решения можно сохраниться. Кстати, я что-то не обращал внимания во время битвы. Так, оно действительно, вот оно чё, Михалыч. Цепляем здесь. Пусть пытаются обойти, если хотят. Знамя это нужно будет сломать в любом случае. Так что ты подходи все-таки. Кстати, есть возможность еще бросить эти. Но ты пока отсюда не дотянешься. Вот отсюда, наверное. Отсюда можно будет попробовать. Ага, вот сюда бросить их надо, если... Если и бросать, то вот туда. Ломай игрушку. Ну вот, здесь мы уже возле балки. Здесь уже и выгорание он заканчивается. Нормально, тут союзники даже выжили, у меня все хорошо. Наблюдай просто. Ты держи оборону. Ну, в целом, есть вариант ударить, но вот этот нас цепанет, мерзавец. Какого фига они бьют снизу, так я не пойму, наверх.
И он реально может подойти, вот сейчас ударить его отсюда. Скользящий. Уходите, что вы... Хотя вот тебя могут тогда отсюда тоже бить. Не, вряд ли тебя не могут. Тут эти смогут. Так, ты отходи назад. Ты уходи сюда. Пум-пум-пум-пум-пум. Вы разберетесь. Вы, я думаю, разберетесь без проблем. На всякий случай так сделаем. Вдруг это решение будет. Решающим. Артиллерию тут направлять некуда пока что, да. Хорошо, что толпа пошла арту уничтожать. Прям это счастье для нас. Потому что навыков вот у претарианца маловато. Ах, жаль, не через огонь вы пробежали. Ну, было бы круто сейчас, если артиллерия их накрыла, но она там практически и не попадает. Нам нужно скорее разобраться. Такс. Теперь ты. Скользящий, ну нельзя. Ну он сейчас его добьет. Хотя нет, нет, почему не ударил? Так. У нас есть факел, кстати. Давай. Даже не дроп сейчас, а вот факел. Пусть дальняя горит. Уже балка. Нам до нее пока не добраться. Здесь мы, если что, можем бросить вот это. Если нам надо, как раз наверх уже не пойдем. Подзадержать их немножко. Ты выбегай вот сюда. На следующий ход сломаешь. На всякий случай даже вот так сделай. Тебя выбрали целью. Лучник будет стрелять. Но спрятать бойца практически не представляется возможным. Но эффект ослаблен. Можно как приманку его бросить. Устроить такую дуэль. А, кстати, ты не стойкий. Не, здесь стоять не надо. Здесь масло. Здесь ни в коем случае стоять не будем.
Предлагаю бросить все-таки... Ай. Камень-то мы не добросим. Но обстрел. Давайте обстрел. Осталось немножко. Скользящие, это плохо. Молодец. Камень не думаю, что есть смысл сейчас использовать, а вот этот навык, да, напоследок. К сожалению, еще бы кинуть, но это не получится. Хотя проклятие еще можем. Давайте наверняка. Ослабим их. Ну, союзников тут неплохо. Лучник зря вылез. Молодец. Лучник одумался. В этот рассадник заразы мы можем бросить яд. Кстати, а зачем яд? У нас масло есть, а тут есть горящий. Пусть поджарятся. На медленном огне. Правильно? Сохранюсь и, наверное, уже сдам. Вот. Хотя, ну-ка. Вот отсюда можно ударить. Берсерка. Главное, чтобы тебя сейчас в ответ не ударили. Горите, черти, горите! А, я отлично лучника добил. Который ему вызов бросил, можно сказать. Какая толпа к нам бежит, это просто жесть. Была бы тут Калида и Бестия, вообще не вариант этим дойти. Даже с текущей прокачкой Бестия бы тут очень хорошо проявлял себя. И вот так вот плотно они тогда стоят. Кстати, тут маслица разливает все больше и больше. Бесполезнейшая. Одна балка сгорела. Ну, в одного попало, этого достаточно. Я надеюсь, тебя уводить не нужно.
Просто я могу вот тут потушить сейчас. Пройди, ничего страшного. Держитесь, хлопцы, держитесь. Ну, попробуй, лучник. А давай. Поджигателя надо добить. Поджигателя нужно гарантированно убить. Дозор поставить, наверное, будет правильнее. Сейчас все равно не убьем. И можем знамя поставить еще. Оно может загореться, но для дозора сейчас этого будет достаточно как раз. А вторая, ну, последняя балка, третья, я надеюсь, сейчас догорит. Then we can push back these barbarians. Лучника нашего хочешь завалить? Ну да, он к лучнику пошел лечиться. Да, и это вам снизу смог ударить. 12 вылечен, блин, там берсерк подлечился. Знатно. О, поджигатели, тут толпа такая, прям ажиотаж. Зрители ревут. Ой, он же снизу считается, что тебя достанет, да. Есть такая тема. Так, как сбить этого? Можно быстрый выстрел использовать, я думаю. Но у него остался этот эффект. Ну, то есть шансов ноль. Просто сбить отражение урона. Масло вновь здесь загорелось. Но мы сейчас водичкой будем тушить. Как долго балка еще будет гореть, вопрос. Потому что ее разбить было бы проще, но она горит долго, что-то. Как-то очень долго горит, и меня это напрягает.
Учитывая, что тут поджигатели. В принципе, остальная банда проблем никаких не доставляет. А вот именно поджигатели со своим маслом. О, загорелся сам. Сами же бросали это масло. Так, лучник. Жаль. Разливай воды. Ну давай. А, цель не видна. Добей его. Чтоб не лез. Ты уйди. Хотя, ну-ка, брось. Вот сюда, пусть они еще и замедление ловят. Там осталось один ход, максимум два. Лучник, выходи. Кого можешь еще убить? Ну, вот этого давай. Чтоб он ловушки наши не ломал. Хотя вот его прям очень хорошо убивает. Так, огненным. Хотя давай вот этот, и в принципе все. Мы все равно больше никого не убьем и дозор ставим. Ждем, господа. За каждый эффект будет восстанавливаться отражение. Но эффект это там выгорание надо было сбивать, конечно, и таким образом. Да, я в курсе, в принципе, мы сейчас тут ничего ему не используем. А вот она и плотина смывает, да. Победа! Путь в Алезию для врага отрезан. Славно бились, братья. Будем надеяться, мы успели вовремя. Они сделали это. Рвы затоплены. Прикончим оставшихся варваров и отбросим их назад. Роман Инвикта. То есть этим теперь нужно добить врага, да? А чё ты загорелся-то? Ну ладно. Не гори.
Так, тут артиллерия сейчас даст залп. Здесь ты добивай его. Ну и второму отряду, наверное, не надо вообще ничего сейчас делать. Вы вообще вон друг о друге позаботьтесь. Я сомневаюсь, что вы еще в бой броситесь. Сейчас наша главная группа будет драться только. Но позаботьтесь. Да вы достались снизу. Еще и промах, и скользящий, и промах. Ты прям решил все собрать, да? Так, хотя подожди, тебе отменить. Ладно уже. Ну ему везет. Прям очень хорошо везет. Скользящие вылетают и все. Погоню за Рим! Город будет наш! А все эти, типа, побежали. Ну что, друзья, мы на этом точно серию сегодня завершим. Мы опоздали. Это претарианская гвардия Лурка. Они убьют Феликса Адриана. Поспешим. Он наш. Или может присесть подождать, пока они не перебьют друг друга. Бестия, запоминай, нам не нужно, чтобы погибли все из них. Верно. Ладно, но на сегодня все, друзья мои, точно. И этот уже эпизод осады завершим в следующей серии. Всем добра, пока-пока.